Сегодня нас ожидает игра трудоголиков. Встречаются две крепкие хоккейные команды, каждый из которых может выставить 4 полновесных звена. Победит тот, у кого больше запаса энергии. Да, именно к этому все и сведется. Тяжелая работа и победа в локальных противостояниях звеньев. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Потеря в нейтральной зоне. Атака все ближе к чужим воротам. Точно! И он накрывает шайбу. Все готово к вбрасыванию. Гол! Какое стремительное начало! Стилевые броски гораздо мягче. И он мастер таковых. Без лишних движений спокойно ждет, пока вратарь дернется. Они оказались в роли догоняющих. Это должно забеспокоить тренерский состав. Им не хочется, чтобы команда всю игру бежала за соперником. Бросает! Он попросту не пробивает. Фиксирует шайбу намертво. Я готов к вбрасыванию. Он отобрал шайбу. Бросает от души. Чуточку, но все же мимо ворот. Против. И еще один сейв. Замораживает игру, зафиксировав шайбу. Да, это вратарь-новичок, но об этом частенько забываешь. В нем угадывается природный талант Александра. Конечно, этот парень будет допускать ошибки, но уже показывает значительную уверенность. И это многое даст ему в будущем. Выстреливает! Вбрасывание! Отправляет ворота. Он захватывает шапку. Он парирует и этот бросок. У этого парня пшность камня, а в результате у его команды минимальный перевес в счете. Игра вот-вот начнется.
Бродман. Я назначает вбрасывание. Он забирает шайбу. Выставил шайбу. Выход один на один. Выстрел из пушки. Слева. Он снова парирует шайбу. Бросает быстро. Бросает шайбу. Совсем неточный бросок. Бросает шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Сзади. Бросает мощно. Ему пришлось действовать быстро, чтобы счет не вырос уже в первом периоде. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Бросает по воротам. Последняя минута первого периода. Родман. Закончим первый период и счет 1-0. Интересно, какой будет игра в этом периоде? Давай-ка для начала повернемся к площадке. Все готово к вбрасыванию. Мощно стреляет по воротам. Нередко идет разговор о великих защитниках в этой лиге. Вот перед нами парень, который в своей зоне способен делать все, что нужно и все, что угодно. Александр, он как игровой автомат на площадке, постоянно засасывает... О, бросок! Вдоль борта. Он сделал все, чтобы отставание его команды не увеличилось до 2 шайб в начале второго периода. Чуточку, но все же мимо ворот. Бросает. И снова пасок. И вот еще один сейв. И он переводит шайбу в нейтральную зону. Бросок с острого угла. Выход 2-1. Бросает шайбу. Он парирует очередной бросок. Он доставляет шайбу в зону атаки. Он отобрал шайбу. Быстрый бросок. Справа. Судья готов к вбрасыванию. Бросает! И он прижимает шайбу. Мы готовы к вбрасыванию. Бросает шайбу! Заблокирован! Отложенный штраф. Он будет оштрафован за задержку клюшкой. Они готовятся к вбрасыванию. Бросок и гол. Счет ничейный. 1-1. Этот гол состоялся только благодаря классной передаче. Без нее шайба еще бы долго слонялась по площадке.
у шайбы. Бросает шайбу! Он не попадает в ворота. И он выбрасывает шайбу. Отправляется за свои ворота. Они готовятся к выбрасыванию. Бросает шайбу! Шайбу заблокировал защитник. Бросил шайбу. И снова еще один сейв. Он украл шайбу. И это положение вне игры. Дополнительный плюс для этого вратаря то, что он умеет очень эффективно работать с шайбой. Сдается мне, Александр, что в детстве он неплохо играл в футбольного вратаря. Вот он вводит шайбу в игру, и у них появляется... А вот и бросок в створ ворот! Бросает в касание! Он снова парирует шайбу. Родман! Сзади. Выход один на один. Совсем не точно. Стреляет. Отправляется за свои ворота. Заблокировано прямо перед воротами. Выход один на один. Выстреливаем. Слева. Выход два в одного. Накрывает шайбу. Этому парню не пришлось долго пристреливаться, чтобы отправить шайбу в ворота. Без бросков нет голов, без голов нет побед. Если хочешь принести пользу своей команде в атаке, нужно как можно чаще бросать по воротам. За воротами. Родман. И он приводит шайбу к центру площадки. Он забирает шайбу. Быстро бросает. Бросает мощным щелчком. Второго периода. Выстреливает. Сирена возвещает о том, что на перерыв команды отправляются при ничейном счете 1-1. На очереди третий период, который начинается при равном счете. Игра вот-вот начнется. Заряжает. Бросок заблокирован. Выход один на один. По центру. Выход один на один. Бросил шайбу. И быстро еще один бросок. Он упускает шайбу. Точный бросок сходу. Заблокирован. И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Судья назначает вбрасывание. Расстреливает. Заблокирован. Сзади. Он отбирает шайбу. Отправляется за свои ворота. Пушечный выстрел. Точный кистевой бросок сходу. Родман.
бросает без промедления. Бросил шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Судьи фиксируют проброс, как только шайба пересекла линию. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Быстрый бросок. Он промазывает. Бросает по воротам. Вау, он промазал. Бросает шайбу. Справа. Все готово к вбрасыванию. Он теряет шайбу. Бросает слева. Ой, ой. Он украл шайбу. Сзади. Шайба пересекает линию, и это проброс. Судья готов к вбрасыванию. И он накрывает шайбу. Этот хоккеист уже внес свою фамилию в протокол, и это явно прибавило ему уверенности. Бросать отовсюду – вот какая цель у этого хоккеиста сейчас. Стреляет без промаха. Мимо цели. В центре. Проводит бросок. Чем напряженнее игра, тем лучше действует этот парень. Определенно он поймал кураж. Может понадобиться дополнительное время, чтобы выявить победителя. Стреляет по воротам. Фиксирует шайбу намертво. Мы готовы к вбрасыванию. Отправляется за свои ворота. Линейный арбитр останавливает игру, фиксируя проброс. Они готовятся к вбрасыванию. Бросок с кистей. Вау, он делает очередной потрясающий сейв. Отправляет шайбу к цели. Последняя минута. Мощный бросок в воду. Бросок в воду в касание. За воротами. Они атакуют и пересекают синюю линию. И она пересекает синюю линию и уже в чужой зоне. Замораживает игру, зафиксировал шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Бросает шайбу! Фиксирует шайбу намертво. Игра вот-вот начнется.
Бросает шайбу. Попадает в игрока прямо перед воротами. Быстро бросает. Против. Чуточку, но все же мимо ворот. Знаешь, команда добиться успеха в основное время не смогла. И мы переходим к дополнительному периоду. Судья назначает вбрасывание. Быстро бросает шайбу. Он попросту не пробивает. Он теряет шайбу. Точно!